Всем привет! Если у вас случилась точно такая же неприятность, как у меня, и ваша катушка упала в песок, то ни в коем случае не вздумайте ее просто брать, там отряхивать и рыбачить, а обязательно ее нужно разобрать и почистить. А почему, сейчас я вам покажу. Песок – это такая субстанция, которая залазит абсолютно везде, в любые щелки, и поэтому обязательно нужно катушку посмотреть всю. Если где-то попались какие-то соринки, нужно все это вычистить и собрать заново. Даже при разборке уже слышно, что все хрустит. Вот и первый песочек, который оказался вот здесь вот. Как вы можете убедиться, вот с этой стороны ручки. Если вы оставите катушку так, не разбирая, то скорее всего она у вас потом накроется очень быстро. Из-за того, что песок имеет свойство наждачной бумаги, и у вас просто-напросто сотрутся все подшипники. Как вы видите, вот песочек. Желательно сразу же все подшипники снять и промыть их. Либо в бензине, либо в другой какой-нибудь жидкости, которая неплохо будет отмывать. Разбираем полностью все. Ага, вот видите, даже вот здесь вот песок у меня. То есть получается, вот эти вот наружные забились песочком, подшипники. Вот здесь вот на литольчике даже песок. Ну, не обязательно, что это с этого раза. Ну, постепенно он здесь накопился. Вот подшипник весь в песочке. Так что сейчас смело все разбираем, отмываем, потом смазываем каким-нибудь литольчиком и собираем обратно. Каждую детальку очень хорошо нужно отмыть, чтобы не осталось ни одной частички, ни одной крупинки. Так что делать это надо не торопясь, все очень тщательно. Главное не потерять вот такие вот всякие мелкие шайбочки. Отмываем абсолютно все детали, которые есть разборные. Если где-то что-то не снимается, тогда надо мыть это все намного тщательнее. Подшипнички макаем, потом вот так вот прокручиваем, чтобы также выскочили все частички нашего песка. Так поступаем с каждым. Вымытые детальки потом можно вытереть сухой чистой тряпочкой. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы где-то осталась хоть крупица песочка. Как вы уже поняли, будем разбирать полностью всю катушку, прям до самого основания. Все промывать и потом смазывать и обратно собирать. Если бы я этого не сделал, как вы могли убедиться, катушке пришла бы хана буквально на следующий рыбалку. Все бы стерлось, пришлось выкидывать и покупать новую. А так, немного времени, немного усилий, и она мне еще послужит не один год. Ну и после того, как мы все уже хорошо промыли, остается только теперь это все смазать и собрать обратно. Вон, видите, сколько песка осталось. После того, как все промыли, берем какую-нибудь смазку типа литого, название вам говорить не буду, и аккуратненько промазываем все наши детальки. То, что смазали, складываем уже на чистую тряпочку. Помимо подшипников, также смазываем все подвижные части, валы, в общем, все, что может друг об друга тереться. Ну и после смазки собираем все в обратной последовательности. Главное ничего не забыть. Ну вот и все, друзья. Пришлось немного потрудиться. И катушка мне еще послужит не один год. Как вы видели, ничего сложного в ремонте тут нету. Главное не ошибиться при сборке. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и удачи на рыбалке.